Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать и сказать всем шалом, доброе утро, благословенного дня, открытых небес над вами, над вашими домами, над всеми делами рук ваших. Да благословит вас Господь, да даст Он вам сегодня больше, чем было вчера, да откроет Он свои хранилища, потому что есть у Него они для боящихся Господа. И тогда, когда человек ориентирован на Бога, то все остальное уже не будет его пугать. Есть единственный страх, который надо культивировать в своем сердце, это страх Господен, который имеет совершенно четкие характеристики. Это ненавидеть зло и это возлюбить Господа всем своим сердцем. Поэтому тогда, когда мы понимаем, что это и есть начало мудрости, приводящее нас к совершенному пониманию, к совершенным взаимоотношениям и с Богом, и с самими собой, с окружающими людьми, то тогда этот страх мы будем культивировать. И в этом смысле для нас важно понимать, что один единственный страх, который прогонит все остальные. И поэтому, если у тебя еще есть в какой-то сфере страх, который не Божий, страх темноты, страх будущего, страх, может быть, мнения человеческого и так далее, то значит, есть еще необходимость поднимать на пьедестал страх Господен, потому что все это остальное является злом в нашей жизни. Любые страхи – это то, что координирует или показывает нам, что у нас в этой сфере недостаточно веры. И без веры угодить Богу невозможно. Поэтому тогда, когда мы формируем веру или питаем ее, поднимаем ее выше и выше на пьедестал, тогда мы прогоняем страхи. И страх Господен для нас будет единственным страхом, который нас будет держать на плаву во все дни жизни, во всех обстоятельствах. И вот Давид в этом плане опять же для нас служит хорошим примером. И мы с вами можем прочитать следующий стих, 4. «Когда Давид послушал Бога, воззвал и еще раз воззвал, потому что ему надо было узнать точный город, он пошел сам, и пошли люди, которые близкие к нему в его семье, но также и пошли его воины за ним. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство, над домом Иудиным». И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула. Итак, мы видим, что у Давида есть некоторый такой момент, когда ему надо принять второе помазание. И в этом смысле не потому, что первое было недостаточно. То, что сам Самуил его помазал, это остается действенным. Но кто видел это помазание? Люди, которые окружали его, это всего лишь его братья и отец. Но на сегодняшний день важно, чтобы в царстве узнали, что Давид помазан. Я не думаю, что Давид много говорил об этом помазании кому-то. Может быть, близким людям он это и рассказал. Но публично, на весь народ он это не делал. А значит, ему необходимо сейчас утвердить, что в его жизни есть этот шаг помазания. И люди, которые хотят принять Давида своим царем, они как князья, они пошли и сделали это. Сделали это публично, пригласив Давида на царство в своих коленах или в своем колене. Поэтому Иуда – это определенное колено, которое было приглашено после смерти Иисуса Навина на то, чтобы пойти и забирать землю обетования. И тут, опять же, именно это колено проявило инициативу выше остальных, быстрее остальных колен в Израиле. И для нас это тоже важный момент. Почему именно Иуда? Может быть, в рамках данной программы нам сложно все это осветить, но я хочу просто вас сориентировать, изучить этот вопрос. И для нас с вами сегодня Иуда как хвала, Иуда как первенство в том, чтобы двинуться вперед, несмотря на то, что это колено не было первым. Но именно из него определил Господь выйти Иисусу Христу. Поэтому сейчас надо было проявить первенство в Божьих планах и в Божьих ориентирах. Это колено также послушало Бога. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы хотим быть людьми, которые на позиции первенства в смысле овладения землями, от передачи то, что Ты обещал другим народам, чтобы овладеть землей обетования и не остаться в позиции
наблюдателей, а быть в позиции действующих людей вовремя, своевременно. И поэтому я благодарю Тебя за это колено, которое стало для нас тоже таким же ориентиром. Я благодарю Тебя за Давида, который принял это помазание второе и не отказался с учетом того, что у него уже оно было, а он сделал это, потому что для тех людей, кто его окружал, это было важно. Я благодарю Тебя, что мы ориентированы сегодня на Тебя, а дальше те люди, которые нас окружают, да увидят это помазание и сделают со своей стороны этот выбор. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания.